Рудимейр, владелец Трейдермен Фудс, предприятия оптовой торговли в Нью-Джерси, также сказал, что компания начинает работу сегодня. Она, впрочем, добавила, что они смогут получить свежие фрукты и овощи не ранее пятницы, учитывая то, что аэропорты закрыты, железнодорожное сообщение идет с перебоями, а передвижение по автомобильным дорогам еще опасно. В первую очередь на повестке дня у городских властей стоит восстановление электричества и метро, которое закрылось только во второй раз за всю свою 108-летнюю историю. Официальные лица предупреждают, что восстановление электричества в обесточенных районах Бруклина и Манхэттена займет еще 3-4 дня. Президент Обама, напомню, объявил Нью-Йорк и Нью-Джерси зоной бедствия, а Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях официально предупредило о том, что ликвидация последствий урагана займет еще много времени. Продолжение темы. В результате последствий урагана Сэнди рост ВВП США в четвертом квартале этого года сократится на 0,6%.